Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку над ручьем. Красивую, с полной грибной корзиной, в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет. Олеший вдруг словно затосковал. Ну как ее выручить? Вот задача. Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь, ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Та вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А он протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Олеший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив уже окончательно, тихо ей руку поцеловал. Из мха и соломки он сплел ей шляпу, был ласков, приветливо улыбался, и хоть не руки имел, а лапы, но даже облапить и не пытался. Донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя.
Спасибо.